Друзья, всем привет! Я сегодня вот с такими инструментами, вот от такой фирмы. Вы видите, как она называется. Это не реклама, абсолютно не реклама. Я просто на своем канале всегда хочу давать дельные советы и делиться со всеми по своим приобретениям, по опыту использования различных инструментов. И вот что я хочу рассказать про вот эти вот ключи. Послушайте внимательно, не переключайтесь. И лучше подпишитесь, нажав колокольчик, чтобы получать уведомления о всех новых видео, которые у меня на канале. Значит, чем примечательны вот эти ключи? Фирма сама, это вот, ну, чисто знак, это ничего не значит. Тем более, это российская фирма, все думают, что Германия, никакая это не Германия, компания Matrix от фирмы ООО «Мир инструментов». Есть такая фирма, подробности можно про эту фирму увидеть по ссылкам на моих других видео, ну, в частности, про другие ключи, рожковые, комбинированные, да, вот с таким кругляшком. Ну, зайдите, кому интересно, посмотрите, там я очень большой обзор сделал, не сказать, что он нудный, но подробный. Про тот набор ключей, большой набор ключей, опять же таки, достойный набор и по недорогой цене. И что я хочу дополнить вот к тем ключам, вот этими ключами. Смотрите, у Матрикса, так как они импортеры всего лишь, не производители, они на различных заводах заказывают свою продукцию, есть некоторые позиции очень достойного качества, закупленные у производителей, с которыми они сотрудничают, ну, именно с производственниками. Вот эти ключи, это не Китай, эти ключи производства Индия. Как всем известно, а может быть и не очень кому-то известно, я сейчас расскажу. В Индии очень развита металлургия, сталелитейная промышленность. И у них там есть ряд различных заводов, которые производят вот такие ключи. И на тех заводах даже именитые заказчики, разные бренды такие супер, супер-пупер, у них размещают свои заказы. Потом вот так же вот наклеивают наклеечку. Они для них просто производят. Это то же самое, что пойти куда-нибудь на швейное производство, заказать линейку своей какой-то одежды, чтобы ее нашили и приклеили ваш лейбл. Это вот из этого вот разряда. И вот, смотрите, вот приобрел вот такие вот накидные ключи за 800 рублей в интернет-магазине. Интернет-магазин назову, сразу скажу, Озон. Я в нем всегда затариваюсь. Это тоже из того же разлива, как и предыдущие ключи в прошлом видео. Зайдите, именно посмотрите тоже. Ссылка в описании к этому видео. И вот здесь вот в подсказочке, вот здесь вот, вот тут вот с краешку. Кстати, лайк поставьте заодно. Значит, информация такая. Смотрите, вот эти ключи стоят на Озоне 870 рублей я заплатил. Это с бонусами. Так они там 1057 рублей. Но при покупке в том интернет-магазине вам сразу там скидка автоматом вылетит. Это тоже не реклама. То есть вы фактически купите за 800 рублей. Ну, это просто рекомендация такая дружеская. Совет. Понимаете, просто вот смотрите, так сложилось, что меня затянул YouTube. Я вот начал как-то вот снимать всякие там видосики, обзорчики. И вот делюсь со всеми. Это как бы хобби перетекло в такое в полезное информацию. Формирование многих людей, многих зрителей. Опять же, не перестану повторять, подписывайтесь, чтобы вам тоже знать. И вот тут есть такие нюансы по вот таким ключам. Смотрите, у них линейка есть вот именно индийских ключей классных. Что тот набор, что вот этот вот, это суперские ключи. Вот эти вот ключи в данном случае вот в таком вот пенале. Вот посмотрите, они хром ванадиум настоящий, никелированные или как их точно назвать. Естественно, вот здесь вот есть логотип вот такой вот от Матрикса. В данном случае вот этот набор, он произведен на предприятии для мира инструментов. Вот если тут будет видно, сейчас мы разглядим, секунду. Вот, посмотрите внимательно, видите, вот я придержу данные. Здесь вот, ну, сказано, что якобы Матрикс — это Германия, на самом деле просто там зарегистрирован товарный знак, да и всего лишь российской фирмы, опять же. И произведена она на предприятии Джунеджи Форджинс, Индия, да, ну тут вот указан адрес, штат индийский, в Пунджаб какой-то, и импортер в РФ ООО «Мир инструмента», город Видное.
Индийские ключи славятся своей вот этой сталелитейной промышленностью. То есть, ну, индийские ключи качественные, можно смело брать. И даже сошлю сейчас на одного блогера, Евгений Матвеев, кстати, есть такой блогер, Питстоп у него канал, и он пригласил на свой канал специалиста с лазерным спектрометром, который измерил ряд ключей различных производителей на предмет наличия хром-ванадиума в инструментальной стали. Очень интересно, я ссылку попробую оставить, вы посмотрите после того, как посмотрите мое видео, там, ну, я выложу, скорее всего, ссылку на него, хотя я не фанат этого блогера, да, и не адепт, и не сектант, просто он коллега, так скажем, да. И вот у него интересный был такой выпуск, где измерили лазерным спектрометром состав стали. И вот Матрикс там был в списке у них, два вида. Один Матрикс показал шикарный результат, ключ там, да, то есть они удивились там в своем обзоре, а другой ключ Матрикса в его видеоролике отвратительный результат показал. Я вам сейчас объясню, в чем дело. Смотрите, опять же, Матрикс, вот этот мир инструмента, он ввозит под разными артикулами разные позиции. На индийские инструменты, если вот вы через интернет будете покупать, чтобы вам был ориентир, у них вот такой вот есть артикул 15338. Это можно брать ключи, то есть они нормальные, у них нормальное литье. Вот посмотрите, видите? А здесь ключи 22, 20 и самый маленький 6 и 7. Вот такой прикольный, кстати. Литье классное. И они тяжелые. Чувствуется, что тут сталь инструментальная. Дослушайте до конца. Простите, что не складно. Косноязычно. Вот все размеры вот здесь вот указаны. Посмотрите какие-то. Я перечислять не буду. Просто нажмете паузу и увидите. Хром-ванадиум, да, 8 ключей. Есть такой же набор. Тоже индийский, с другим артиклом. Сейчас я вам подскажу, какой артикл точно. Но количество ключей 6. Здесь 8. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И есть такие же ключи от этого же производителя. Артикул 15336. Вот здесь вот будет написано не 338, как здесь в конце, а 336. Те ключи тоже можно брать. И у них количество ключей отличается 6 штук, здесь 8. Ну, 8 удобнее, сами понимаете. Вот. Ни в коем случае не берите ключи от этой компании с артикулом 15332. Те ключи абсолютно уже не индийские, а китайские. Они из силуминового сплава отлиты, не хромированные. У них немножечко другая, они форма как бы такая же, вот угол. Они чуть-чуть, по-моему, покороче, они потоньше, но у них вот здесь поверхность не гладкая и не написано хром-ванадиум. А у них здесь такая посередине выемка идет, да, ну такая канавка, и в ней тоже все указано. Данные там, размер ключа. И они из силуминовой стали. Это порошковая сталь, которая не очень прочного характера. Она даже не инструментальная. Ну, одноразовые, так скажем, ключи. Там тоже 8 предметов в наборе. Они тоже примерно стоят 800, 700, 500 где-то можно найти рублей. И не перепутайте. И у них вот эта вот крышечка, у них может быть красного цвета. Вот сама вот эта вот, которая отстегивается. Вот это. В общем-то, вот я об этом и хотел вам рассказать сегодня. Я вот эти ключи себе приобрел, потому что мне тех рожковых в некоторых случаях не хватает. И плюс вот эти дополнительные, мне надо удерживать ключ-ключ. Гайка болт где-то приходится удерживать в механике, где вот мне приходится работать. И смело себе взял такие, потому что индийские, они славятся своим производством, и у них размещают заказы там чуть ли не Snap-on. Я, конечно, не утверждаю, что Snap-on, но Snap-on грешит, кстати, тем, что они не только в США делаются, производятся на своих там заводах, но они также размещают вот такие вот заказы
базы франчайзинговые, да, по-моему, где-то на других предприятиях и увеличивают свой объем товара и присутствие свое в мире, да, увеличивают для того, чтобы, ну, быть мощнее как предприятие. Естественно, они не на вторичный, а на рынок стран третьего мира, скорее всего, отправляют ключи, которые произведены не в самом США. Ну, то есть у меня вот такая есть информация. Так что, друзья, имейте это в виду. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подпишитесь на канал обязательно, нажав колокольчик. И все ссылки под видео я оставлю, кому интересно, посмотрите. Смело покупайте эти ключи. Пока-пока всем. Thank you.